Всем привет! С вами Ксюша и Граф. И сегодня я хочу рассказать вам о фундаментальном фильме «Дом. Истории одного путешествия». Прежде всего, я хочу сказать, что это документальный фильм, снятый на камеру из вертолета. Да умостись ты уже. Речь идет о документальном фильме, который бы я больше назвала как «Драма нашей планеты Земли». Режиссер этой картины Ян Артурс Бертран снял просто шедевральную картину. И как вы видите, даже лицо этого человека говорит о его безмерной доброте и любви к природе. Давайте посмотрим небольшой трейлер и вернемся с вами к разговору. Естественно, это очень фундаментальная картина, которая меня очень сильно впечатлила и растрогала, больше даже, чем «Титаник». Море слез было при просмотре, и это, я считаю, странная реакция, потому что все-таки что-то в этом фильме есть такое магическое и неуловимое, но которое вызывает такие сильные эмоции, что просто человек не может сдержать слез. Я, естественно, сентиментальный человек, но не слишком так, чтобы очень. Но здесь почему-то вот каждый кадр практически сопутствовался слезами. Наверное, все-таки от огромной такой обиды за нашу планету. Сам фильм снимался камерой из вертолета, то есть это аэрофотосъемка, которая просто впечатляет. Масштабы нашей планеты Земли, они невероятны. Лучшая операторская работа, которую я могла только видеть. Действительно, настолько все красиво снято, что ты просто дух захватывает от просмотра. Это о многом говорит. Второй, конечно же, момент, который бы хотелось акцентировать внимание, это музыка. Музыка настолько тонко подобрана, настолько вот затрагивает все струны твоей души, что ты просто не можешь спокойно это все смотреть. У меня это вызвало слезы. Я не знаю, как других людей, которые будут смотреть, но музыка здесь подобрана просто идеально. И, конечно же, голос самого рассказчика. В озвучке он звучит очень круто. Естественно, это не оригинал, но действительно настолько серьезно подошли к этому делу, что ты слушаешь, да, и каждое слово, оно доносится с правильной интонацией. Здесь тоже все потрясающе. Нет оценки, чтобы описать этот фильм. Никакая оценка не сравнится. Он настолько идеальный во всех отношениях, что просто я призываю вас обязательно уделить внимание этому шедевру. И он вас, я уверена, не разочарует. Этот фильм не зря запретили в 36 странах, потому что там показывается реальная правда. То есть наша действительность, которая пугает, которая заставляет задуматься, которая прежде всего взывает к действию, к непримедлительному действию. И на этом фильме основывается, чтобы как можно больше людей знало, и не просто знало, а что-то делало, начинало с себя, для того, чтобы наша планета стала лучше. И, конечно же, да пошел ты, летая, блин, жук какой-то. Простите, да? И прежде всего, да, этот фильм нужно распространять, его, о нем нужно говорить, потому что он многому учит, он на многое открывает глаза. И я, естественно, своим маленьким вкладом, да, возможно, это видео посмотрит 10 человек, возможно, 20, возможно, 100, но все-таки это тоже своего рода долг, потому что такие фильмы нужны обществу, их нужно показывать на телевидении, о них нужно вещать на радио. Это великая картина. И я безмерно рада, что нашла ее и что сейчас могу вам о ней говорить. Потому что не все люди знают об этом фильме, хотя многие уже в курсе. Поэтому я с удовольствием советую вам этот фильм. Обязательно надеюсь, что он вам понравится, и мой долг все-таки будет выполнен. А мы с Графом с вами прощаемся. До скорых видео. Увидимся очень скоро. Смотрите только качественные фильмы, а мы вам в этом поможем. Пока!